Каждому народу во все времена важно сохранить свою культуру, свой язык, традиции. За много тысячелетий наш народ, ассирийцы, сохранили себя, свою культуру, свой язык. Фестиваль Хуба – это дань нашей истории, дань нашему народу. Сегодня фестивалю Хубба 26 лет. Это большой праздник, объединяющий несколько поколений наших ассирийцев. На наш праздник съезжаются гости из соседних сел и городов. И для нас большое счастье, что есть люди, которые на протяжении стольких лет сохранили фестиваль, и вот уже 26-й год его проводят. Сохранили культуру народа, а также его традиции. И пусть этот праздник продолжается долгие годы и хранит культуру одного из древнейших народов на земле и ежегодно радует людей. Право зажечь огонь фестиваля предоставляется капитану футбольной команды «Шумерский буйвол», победительнице прошлого фестиваля Ильвияеву Дмитрию.
мудрости, не приезжай.